Где? Не видишь ее? Нет. Ты видишь? Она в той стороне, да? А вон она лежит. Все, я ее нашел. Ах, моя кепочка. Куда же ты? Так. Так. Все нормально. Двигаемся обратно. А! Засыпает. Да. А. Да. Несло кепку. Фу. Хоть заберешься обратно? Я надеюсь, что тут можно залезть. Так. Тут интересно, что эти камни какие-то подозрительные. Давай подержу. Ужас. Ну и приключи. Осторожно, только не поранься. Садись на него. У меня уже все нормально. Друзья, унесло кепочку. Вот. Я очень ее берегу. Здесь должна размещаться реклама. Держу ее, сейчас ветер. Они просто порывами дуют эти ветры. Так раз. И такой огромный. Надо будет как бы испанцев, мексиканцев такую штуку привязать. Опять унесет. Да, все уже нормально. Просто так. Тут порывы ветра кидают. В общем, находимся сейчас на этом, на острове Тенерифе. И приехали на этот вулкан Тейда. К сожалению, вулкан Тейда увидеть варианта нет, потому что здесь дует ветер. Когда дует ветер, эти фуникулеры туда наверх не ходят. Вот. Так, сейчас надо еще ноги. Песок. Вот. Такая вот тут житуха вообще проходит. А. Так, такой маленький маневр. Иначе просто мы не сможем с этим песком идти. Еще и шнурок порвался. Что за ерунда такая? Что за день? На вулкан не попали, кепку унесло, шнурок порвался. Вот. Какие-то странные вещи происходят. Но мы не будем на это обращать внимание, потому что все, что не делается, все к лучшему. Вот так вот будем по-модному одним шнурком завязывать. Лучше вот так вот это сделать сюда и потом сюда. Все. Так, давай теперь. В общем, друзья, 25 евро стоит попасть на эту фуникулёре, вон туда наверх забраться. Но проблема в том, что не работает. Вот. И еще одна вещь. Дело в том, что сюда, кроме этих экскурсий, насколько я понял, не идут автобусы. То есть получается, чтобы попасть на этот вулкан, надо обязательно взять эту экскурсию. И только вместе с экскурсией сюда прибыть. Вот, экскурсия, естественно, не входит. Цена поднимания туда входит только до этого места. Тебя они доставляют. Здесь уже говорят, если хочешь, поднимайся. Хочешь, не поднимайся. Хочешь, там в кафешке сиди. В общем, как тебе по кайфу. Такие вот дела. Но, к сожалению, на вулкан нам забраться не удалось сегодня. Ну и ладно, по большому счету, в этом ничего такого страшного нет. Да, держи. Высыпал песок. Серьезно там. Так, пойдем обратно.
А где автобус? Вон тот. Что, друзья, пока все. Как видите, с вулканом не удалось. Но я думаю, что это небольшая потеря в нашем огромном, большом, сумасшедшем путешествии в солнечную Калифорнию. Поэтому смотрите обзор ТВ и вы увидите, что будет происходить дальше.